Я тебе писал, Боря, здесь давай встретимся. Вершина богини-матери. Проживавшие здесь греки называли эту местность Трахеей. В переводе с древнегреческого Трахея означает «сурово-кремнистая». Первое сражение на территории Анакопии произошло в 550 году. Христа. Двое из них, Симон Кананит и Андрей Первозванный, проповедовали христианство на территории Абхазии. Первый храм на вершине этой горы был построен в VI веке и был посвящен Пресвятой Богородице. В VIII веке храм был перезубца, на которых развиваются абхазские флаги. Это флаг Абхазского царства, средневековый абхазский флаг, флаг нашего заповедника и современный флаг Республики Абхазия. Восточная башня была построена в 30-х годах XI века. Сейчас мама придет. Ты опять отстанешь? Это Ильинский монастырь получается, или как он называется? И так далее. И потом этот Лакоба, который у них там, значит, был главный в Абхазии, вот его Сталин себе пригласил. И убил. Да, и все. А что, прямо пригласил в Москве его грохнули? Что? В Москве прямо? Что, записываешь меня, что ли? Ты же тихо просто, ты хоть что-то знаешь. Нет, мне бабушка рассказывала, которая здесь жила. И она как раз в это время здесь жила. И потом все абхазов... Вот нить, какой год? 1930-й, ты сейчас говоришь? Нет, это 30-е годы. Ты же про 30-е годы, да. А потом, значит...